И всем бугагашечки и море приветов, дорогие друзья и гости моего канала. Нептунчик, это я. И мы сегодня продолжаем катать в Теле Пузиков 3. Ну, точнее, Сленди Пузиков 3. Режим мультиплеер. Это наша третья серия, и сегодня мы будем знатно так играть. Я предлагаю, знаете, что нам сделать? Во-первых, зайти сюда. Я накопил 20 грёбаных кустардов. Давайте мы что-нибудь себе купим, да? На 20. Есть что-нибудь такое? Шляпа? Вау! Я буду грёбаным ковбоем! Или нет? Дайте что-нибудь прикольное. Кунлау, блин. Mortal Kombat, да? Не то. Рога! Может быть, взять себе рога? А что-нибудь более прикольное есть? Во, наушники! Конусик. А, маска Джейсона. Давайте ее и возьмем. Так. Все, и разблокировал. Теперь это мой костюм и моя маска Джейсона. Но я все же буду розовый. Да? Все, я доволен. Теперь play online. И знаете что, друзья? Давайте сделаем так. Давайте создадим сервак. И попробуем поиграть в режиме сражения. Только я буду за монстров. В прошлой серии я пробовал, но там у меня как-то вышло очень нехорошо. Давайте назовем как-нибудь комнату типа «Подключайтесь все», да? Хостинг. Карту мы какую карту-то возьмем? Карта. Во, ночь. Прикольная карта, большая. Давайте сделаем побольше, допустим, 15 минут и 20 кексиков, да? Вот, другое дело. Я грёбаный паук, раздавлю всех. Да? Так, пока только один подключился. Хола? Это типа привет, да? Это, видимо, на испанском, да? Хола. Хола. Так, как там чат-то? Где чат-то мой? О. Давайте ему напишем так же. Окей. Так, ну что, поехали на охоту. Надо как-нибудь найти одного телепузика. Такого толстенького, маленького. Так, подожди. Пока нас только двое, это очень плохо. Я думал, что, знаете, я создам сервак и прям... толпа такая набежит, голодных телепузиков эту кашку хавать. А реальность оказалась более суровой. Хрен кто заходит. Он хавает мои кексики. Я не для этого ждал столько времени, чтобы мои кексики кто-то захавал. Нет, он вышел. Он собрал очень много кексиков, примерно 6 или 7, и в итоге вышел. Вот такие вот трудные будни в игре Сленди Пузиков у монстров, да? Хрен найдешь себе жертву, чтобы захавать. Ладно, давайте еще сервак. Может, просто карта большая? В общем, создаю новую карту. Вот сюда должны все прийти. То есть карта маленькая, школа все ее любит. Ну да, в играх про хорроры все любят школу. И значит, легенда гласит, если в названии комнаты написать «Подсоединяйтесь все и много знаков восклицания», то по идее народ должен просто валом навалить. Я поставил время на максимум, то есть будем ждать. Будем ждать. Я хочу повалить этих толстеньких, пушистых телепузиков. Я жду подключения моих новых жертв. А, пустые коробки! Очень много пустых коробок, боже, откройте двери! Несмотря на то, что я монстр, мне жутко страшно. Откройте поганые двери, выпустите меня! Выпустите, коробки пустые, о боже, они повсюду! Боже, ну и кровавый кавардак. Пустая коробка, боже. О, два человека подключились. Но, друзья, пока я ждал, они все кексики уже позабирали. Так. Два кексика осталось. Мне нужно не дать им их собрать. Боже. Но не такие маленькие толстенькие телепузики, где же вы? И хочу вас поубивать. Выпад один. Один остался. Твою ж мать. Еее. Ты мой. Не бери кексик. Ты где там? Вот он. А, я тебя догоню.
Да... О, упал, правильно, тыквоголовый. И ты мой ке... Ты мой телепузик на сегодня, на ночь. Ух, твою мать. Он хитрит. Догоню его. Догоню, маленький проказник. Что он там творит? Все, нехер бегать. Так, ты меня не видишь. И никто меня не видит, я в невидимости. Твою мать. Он понял фишку. Он разгадал мою тактику по выманиванию телепузиков. Ты ты куда прыгаешь? А, все, допрыгался. Так, он, видимо, не будет собирать последний кексик, его задача тупо найти еще. А, догоню, догоню. Стоять. Я умею прыгать, я умею бегать. Вот и все. Песенка твоя спета. Я тебя догоню. Круто. Вы знаете, очень прикольно играть, когда очень много народу. Да. Уи, прыгать по партам, это круто. Уи, уи, круто. По партам, по партам. Училки пока нет. Училка пока отошла. Можно попрыгать, попрыгать, попрыгать. Друзья, прыгаем вместе. Вот так-то. Тактик. Играем тактически, друзья. Так, где он там? Это как в Dead by Daylight. То есть нужно использовать камеру, чтобы правильно высматривать добычу. Давай дружить. А я могу приседать? Или нет? Видимо, нет. Бугага! Давай вместе с ним походим. Поучимся в школе. Привет, зеленый. У тебя прикольная маска. Ну, просто один кексик остался, и здесь еще вдобавок всего лишь нас двое. Это довольно печально. Ну, подключитесь кто-нибудь ко мне. Ну, хоть кто-нибудь. Нас только двое. Догоню. Нет, они уже меня не боятся, потому что я показал им, что я, в общем-то, настроен миролюбиво. Пам-пара-па-пам, походим по партам. Сделаем то, чего в школе делать не могли, да? Ноутбуки попинаем ногой. Все, я буду на нем стоять. Это довольно прикольно. Он очень мягкий. Не считаю, что у него тыква. Так, Хэллоуин давно закончился. Хочешь, чтобы я на тебя тоже встал? Давай. Мне не жалко. Давай, опа, все. Ты моя подставочка. Личная зеленая подставочка под ноги. Давайте пирамиду сделаем. Я хочу пирамиду, мать твою, сделать из них. А, не могу. Так, мне нужно с парты. С парты прыгать. Ёлы, пал, подожди. Ща все будет. О, еще один подключился. Это твою мать, дайте мне гребаную башню построить. Подожди. Во, все, я доволен. Я на него встал. О, и это еще один такой головой. Привет, бро. Подписывайся на мой каналчик. Да? Ну, просто если они возьмут один кустарт, то все, игра закончена, поэтому, видимо, никто не хочет брать последний кустарт. Теперь на тебе. Нет, не получилось. Подожди, чувак, не уходи. Опа, все. Тара-пара-пара-парам-пам, пара-па-па-па-пам. Давай, запрыгивай, зеленый, давай наверх. Давай ко мне. Здесь весело. У меня на голове очень удобно. Что, все? Хочу колы. Хочу колы, мать твою. Спрайты, фанты. А ну, быстро баночка упала вот сюда, прям к моим ногам. Быстро. Время убивать. Что-то я не того убил. Нечаянно, я хотел другого убить. Твою мать. Стоять! Гребаные телепузики. Я тебя убью. Я кровожаден. Так. Твою мать, он хочет взять последний кексик. Не надо его брать. Нет. Не надо. Ты его возьмешь, и игра все. Нет. Это мой кексик, кыш. Кыш. Кыш, говорю. Кыш, убежал. Ишь ты, что надумал-то? Мой кексик забрать.
А тем временем нас уже довольно немало. 4 человека, максимум 6 на этой карте. Надо бы еще карточку поиграть. Ну просто один чувак зашел, пока я ждал, он тупо все собрал. И когда все подключились, то, в общем-то, собирать уже было нечего. Да? Пара-п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 а
фиолетовой тыквоголовой. Стоять! Жирные ножки! Стоять, говорю! Догоню! Ой, прыжки мне очень тяжело даются здесь. Все, и я его задел! Я его задел, мать твою, это несправедливо, какого хрена? А ну стоять! Стоять, говорю! Твою мать, двери проклятые! Иди сюда! Бум! Где этот гребаный фиолетовый-то, тыквоголовый? Я хочу, чтобы он был моим! Он где-то зашкерился. За шкафом, либо за дверью. Я тебя все равно найду. Вот. А, твою мать, они все взяли. Все, время кончилось. ГГ. Написал он в чат. Ну, что из этого я понял? Я понял, что создавать серваки — это довольно неблагодарное занятие. Потому что я создавал уже 2 или 3 раза, и ко мне подключались, ну, 1-2 человека. Причем ждать приходилось очень долго. По 10, а то и по 15 минут. Поэтому лучше подключаться, да? И больше драйва. Еще, друзья, знаете, мне нравится режим заражения. Там довольно позитивно. И вот здесь есть теле-РП. Не уби что-то там. Видимо, здесь играют наши. Поэтому давайте. 8 из 12. Карта хижины. Кэбин. Опа. Пам-пара-па-пам. Хотя хрен там, да? Все это не по-нашему. Звучит? Что такое? Network Player. Ни хрена у него здоровье. Это что за прикол такой? Окей, хорошо. Так. О, 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 кто меня рубит? Меня рубят, меня рубят, меня рубят, мать твою! Бежим! Все, прям в полете. Твою мать, все-таки зарубил, да? Ёлки-палки. Я не успел начать играть, как меня уже зарубили. Бежим искать выживших. Я хочу их поработить. Вот он появился. Все, ты мой, ты мой, ты мой, ты мой, зарежу. А кто меня убил? Какого ты хрена? Так, окей. А, так это какой-то клон. Видимо, его и нужно убивать. Мол, у него дохера жизней. Или как, что-то как-то у него реально много жизней. Полоска, аж, знаете, аж за горизонтом там. Хрен найдешь. Так, и что это мы здесь делаем? Это фан, да, друзья? Фанимся в воде. Дайте мне кого-нибудь убить уже. Я хочу кого-нибудь убить. Тебя убью. Твою мать. Какой-то бред. Привет, бро. Ну что? Как жизнь, друзья? Веселуха, да? Твою мать. Это какой-то бред. Чего они делают? Зачем они друг друга бьют-то? Нам нужно бить выживших. Чуваки, нам нужно бить выживших, а не друг друга. Херачить. Или, походу, дела выживших больше нет? И мы от безделья, от отчаяния начинаем бить друг друга. Так, я нашел еще один сервак. С заражением. У-у-у, жесть. Это довольно жутко. Мы на станции, да? Я помню, здесь были финальные уровни игры. Одиночного режима. И вот на этой гребаной станции здесь бегают зараженные телепузики. Их нужно убивать. О, твою мать! Прям под ухом. Под ухом. Под моими ушками. Кто-то палит. Мне нужно найти моих бро. Я один. Мне страшно. Мои бро, вы где? Как вам попасть-то? Так, присесть. Наверное, в шахту или нет? Я не могу туда заползти. Как бы я...
Ёлы-палы! Убил, убил, убил его! Так, привет, бро. Привет, привет, привет. Я тоже появился здесь, давай вместе выживать. У меня есть дробовик. Чувак, жди. Будь осторожней, осторожней, бро. О, можно пройти. Чувак, здесь можно пройти. Не убегай от меня, подожди. Надо держаться вместе, чтобы выручать друг друга, если что. Чувак, не убегай далеко. Будь рядом. Будь рядом. Подожди меня, подожди. Я здесь, я здесь. Я розовый, я в маске Джейсона. Ты меня не перепутаешь. Твою мать, вот это вот напряг, да? Не знаешь, откуда ждать опасности. С какой стороны? О, вот он, гребаный зараженный. Твою мать, они повсюду. Он машет, 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 вот он. Эй, спасите меня! Бро! Твою мать! Вы ублюдки! Вы знаете, что вы ублюдки? Вы какие-то некомпанийные. Меня тут рубят, главное, толпой, а они убегают. Вот почему я жду. Так, подожди. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Они, видимо, зашкирились, да? Там, под лесенкой. Типа не пройти. Как вас убить, друзья? Так, ух ты, получил подачу. Ну и какого это хрена? Бро. Вон, один отделился. Еще примерно 45 секунд до окончания этого уровня. Да, вот он ты, иди сюда. Ты мой, ты мой, ты мой, ты мой. Вот и все. Так, да опять это дерьмо. Почему у того чувака очень много жизней? Какого это хрена? Это ненормально. Это ненормально, так. Но пока все живые. Да. А нет зараженных вообще? Или есть? Или у них там фан? Они типа валят друг друга, что ли? Опять? О, пропал. Тинки-винки. Этот чувак с большими жизнями наконец-то подох. Так, а где зараженные? Где же эти гребаные зараженные? Я их не вижу. Ладно, пойдемте к моим бро. И чем нас больше в кучке, тем лучше. Ведь правильно? Хотя зараженные меня видят. Прекрасно меня видят. Они знают, что я один. Они могут напасть. В любой момент. Так. Но опасности я не вижу. По крайней мере, пока. Так, почему это все умерли? А почему нас только двое? Какого хрена? Все поумирали. У нас только двое осталось выживших. Твою мать. Чувак, давай вместе. Давай. Фух, твою мать, вот идут, лезут, лезут толпой. Толпой лезут. У меня только дробовики, пистолет и все. Вон прыгает, вон, их толпа, толпа, толпа. Твою мать, нас только двое, бро, держись. Держись. Вон, кто-то подключился. Держись вместе, со мной, бро. Давай вместе, выживать. Охренеть. Ладно, окей. 3-3. Держимся. Держим гребаную оборону. Они беспалевные, они могут напасть внезапно из ниоткуда. Поэтому ждем. Все, вместе. Вместе держимся. Друг за друга горой. Чувак, 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 без паники! Без паники! Держись. Мы выживем. Мы будем живы. Вон, да, да, да. Твою мать, он за деревом. Куда побежал, твою мать? Как не вовремя перезарядка. Не вовремя, ну ладно, мы его убили. Гребаные зараженные. Тихо. Эй, друзья, не бросайте меня. Я один вообще-то. Все, жди. Так, тебя, видимо, потрепали, нехило так.
Что? А, ты убил его? Вон. Фу. О, твою мать, нет. О, боже. На меня было совершено покушение. Чуть не убили. Какая-то жесть, а. Вот реально они прям внезапно. Вот и все. Скомандовался, ублюдок. Ну кто еще? Вон там еще кто-то подключился. Что? Что? Кто меня убил-то? Эй! Какого хрена? Бред какой-то, кто меня убил? Я был на дереве. Ну ладно, плевать. Теперь я зараженный. Остановись-то, бэби! Тихо, без палева. Вот и получай теперь подачу. Давай, возрождайся. Так где они? Вот они. Надо убить того хромого. Там ему один удар, и все. Так. Аккуратно за деревом. За деревом. Так, все, они разделяются. Это нам на руку. Подбегаем ближе. И ближе. Чтобы напасть. Так, все, его убили, да? Ну, замечательно. Его законопатили. Теперь их только... Нет, уже трое опять. Видимо, народ подключается, да? Так, тихо. Надо его как-то без палева убить. Стоять, он думает, что я здесь. Хитрожопый ублюдок. Я тебя убью! Да, я его убил. Жесть. Все, вот он, да, он? Привет, бро. Это я тебе сделал зараженным, да? Поаплодируй мне. Отдай мне, мать вашу, честь и уважение, чувак. Я тебя сделал зараженным. Ты мой ребенок. Мое дитя. Вперед, мое дитя, нападай. Убей этих двух ублюдков. Вперед. Да? Мы направляем их. Мы повелеваем. Я батя. Вон еще. Кто-то пытается поймать. Давай, прыгай. Больше прыгай. Вот и все. Из-под тишка напал. Давайте, ребята. Толпой его, да? Все, видимо, всех убили, да? И все, всех убили. Вон чувак в чате пишет. О май гад. Рестарт. Привет, бро. Новый этап. Новый уровень кровавых расправ. И пока лишь только один зараженный. Но вот поначалу ему очень трудно. Он один, ему нужно находить нас поодиночке и убивать. Так. Я уже один, чувак, не убегай, твою мать, ну ты что творишь? Это же режим командной игры. Надо играть вместе. Надо быть как бы бро. Как бы друг за друга горой. Правильно? Стоять. Давай я на тебя залезу. Вот так. Так лучше видно. Эй, куда ты убежал? А, он отключился. Блин, жалко. Но? Я один. Привет. Нет, не надо. Не надо, плохая идея. Дай я лучше на тебя залезу. Дай, я говорю, на тебя залезу, чувак, дай. Дай на тебя залезу. Такая спокойная атмосферка. Ничто не предвещает беды. Ну-ка, допустим, вот сюда. Да что? Опять? Это гребаное проклятое дерево. То есть, когда туда залазишь, то, по ходу дела, ты подыхаешь и превращаешься вот в этого зараженного. Возможно, это штраф. Ну, то есть, нельзя залезать на такие вещи, на труднодоступные места, потому что срабатывает, видимо, штраф на карте. И сервак тебя автоматом кидает в зараженный. Наверное, правила такие. Ладно, давайте попробуем кого-нибудь завалить. Их там очень много. Так, тихо, без палева. Подходим аккуратно за деревом,
Чтобы меня не было видно, так хорошо. Я один? Ну хоть кто-нибудь. Хоть какая-нибудь подмога-то. Чтобы, допустим, один отвлекал, да, а другие нападали. Из-под тишка. А, вон там заварушка. Тихо, ждем. О, привет, чувак. Здорово. Надо напасть внезапно. Вот так, вот так, вот так, вот так. Но не на гребаном открытом пространстве, их хрен еще поймаешь. Так, чувак. Ты палишься, ты палишься. Ты меня запалишь. Все, побежал. А я пошел домой. Всем пока. Было весело. Я еще знаю один прикол здесь. Здесь можно прыгать по горам. Как это было в оригинальных телепузиках, то есть мы прыгаем по горам и настигаем их с гор. Так, давай, чувак, давай, давай. Еще немножко. Вон там один остался снизу. Хавайте его толпой. Ты мой, бро. Вау! Кто меня убил, ты? Ублюдок в шляпе. Так нечестно, я не хочу так играть. Меня убили. Ну, окей. Давайте немножко повыживаем, да? Напоследок. Пятая волна. 5 зараженных осталось. В гребаных лабиринтах, где жутко страшно темно, тени и нечто опасное для моего здоровья бегает по этим... Ух ты. Да, я немножко очистил, я заработал. Привет, бро. Как дела? Зеленый, зеленый, мать твою. Так, подожди. Надо купить себе какие-нибудь хорошие пушки. Так, где там? А, вот, ящик. Так, давайте что-нибудь купим. Во-первых, что, огненный топор? Ну, у меня очень мало денег. Я купил себе гребаный огненный топор, да? А нож? Ну и все, в общем-то. Да что? У меня больше ничего нет, только один топор. Я не понимаю, как работает этот гребаный ящик. Ну, короче, будем всех рубить топором. Плевать. Я сумасшедший. Это Джонни. Знаете, как в фильме «Сияние», да? Вау, а ты что, живой-то? Я сейчас заруби. Вот так. Неплохо я караю их. Ну вот это хорошо работает, когда они вот такие вот, тупо головастики. Но против гранатометки будет довольно плохо. Давай, руби, 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 ублюдка. Неплохо. Хорош. Во, во, вот он, вот он. Все, зарубил. Да кто-то меня рубит-то? Еще так без палева. Мне нужны жизни, 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 жизни. Срочно жизни. А, это ты. Это мой бро. Твою мать. Это же нужно было так поиграть. Я потерял все свои пушки, пистолеты. Вместо этого взял гребаный топор. Только я могу так играть. В это гребаное выживание. Ну что, где там моя добыча? Дайте мне уже порубить их. У меня кровавый топор. Ой! Кто это меня убил? Не трогайте меня! Тихо. Все равно зарублю. Зарублю, говорю. Мне нужны очки. Мне нужны монеты. Я ж в каком-то веке хочу себе нормальную пушку. Так, неплохо. Во! Все-таки меня проработили. Неужели я не бесполезен?
Хоть что-то делаю полезного, хоть кого-то и убиваю в этой игре грёбаной. Нет, правда, я уже захожу, это, наверное... Ух ты! Вау! Нихера себе, это босс, что ли? Подожди. Какой здоровый, а? Мясистый, а? Чувак, подожди. О, он бегает. Да, я его завалил. Все, неплохо, неплохо, неплохо. Держимся. Очки себе зарабатываем побольше. А, там еще один здоровый. Мне патронов не хватит его убить. В общем-то, патронов у меня больше нет. Ножом его, конечно, бить можно, но думаю, что это не очень лучшая идея. Давай. Так, промазал, да? Воу. Воу. Твою мать. Еще чуть-чуть промажу и все. Все, 4 хп. Нет. Лучше этого не делать. О, 2 хп. Еще и не хватало разбиться здесь. Так, ну у меня 1300. Поэтому, в общем-то, все довольно неплохо. Он бежит за мной. Твою мать, почему именно за мной? Хотя... Хотя понятно почему. Я его порезал. Так, 8-я волна, неужели? Пошло-поехало. Так, стоять. Стоять, паразит. Да, подожди, не надо меня убивать, не надо, не надо. Подожди, я добрый. Неужели? Так, может, перезарядишь уже пукалку? Так, хорошо, держимся. Там идет валево. 9 зараженных, 8 зараженных, 7, 6, 5, 4, 3. 3 штуки, давай, добивайте их. У меня немало так осталось монет. Две. Главное, чтобы не было бага. Это, знаете, баги часто бывают. А, так он здоровый. Все, один. Раздраконим его. Толпой. Меня не бейте. О-о-о! Охренеть. Я потратил все монеты, боже. Откуда же я знал, что он там херачит так по полу огненной гребаной линией? Да? Так, здесь можно купить себе что-то. Но у меня всего 200, а было больше, было больше. Так, еще один пистолет, да, взяли? Окей. Но у меня всего 50, больше ничего не возьму. Два пистолета, да? Лады. Этого должно хватить. А как сюда выйти? О, подожди. 450. Кто-то мне бабосики подкинул, да? Но... поздновато. Так, выживаем. Ух ты, у тебя пулемет, бро. Круто. У всех нормальные пушки, а у меня только у одного... А, нет, у этого синего тоже. Пушки говно. О, бежит! Гребаный росомаха. О, 700 дали. Так, ну это не я его убил, да? Так, подождать. А, не успел. Сдохни, сдохни, говорю, куда пошел? Стоять. Так. Ух ты, гранатометчик. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Довольно жутко. Так. Неплохо. О, попался. Прям под его гребаный... Тысяча. Уже есть 1000. Неплохо, 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 друзья. Копим, да?
Неужели мне... смогу купить себе что-то нормальное в этой гребаной игре? Так, надо здорово это завалить. Вау, кто меня бьет? Кто меня бьет? Не знаю, мне плевать. Так, надо его добить. Все ждут, пока кто-то потратит ему хп, да? Так, нормально. 50, еще 50 зараженных. Ух, неплохо. Ух, я золотуюсь, да? Ух, я золотуюсь скоро. Все будет эпично круто. Так, стоять. Так, 32. Это здоровый амбал. Я не буду его трогать, у меня мало патронов. Ну-ка давай. Ни хрена он его валит. Ничего, у него так автоматик-то. А у меня гребаная пуколка. Ну ничего. Еще одного убью, у меня будет 2000 очков, и я нормально так полутуюсь. Ну-ка, подожди. Да, 2000. Зашибись. У меня 2007, да? Верните мой 2007. Боже! Пауки. Гребаные пауки. Везде пауки. Два. Вот они. Мои. Мои, 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 мои. Мои, говорю. Не убивай. Нет, не надо. Эх, так и не убил их. Но теперь можно полутовать. Точнее, закуп. Закуп сделать нормальный, да? Ну-ка, дайте мне что-нибудь хорошее. Комбат. Револьвер, это фигня все. Снайперка. Мили. Катаны? Не, не хочу. АКМ. То, я взял автомат Калашникова. Бугага. И мачете есть. Мачете я пока брать не буду. Давайте пистолетик. Патроны к нему. Патроны к нему. Огненный топор, не надо мне. Шотган можно взять. Все. Я вдоволь набрался. У меня теперь полный боекомплект. Да, 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 наконец-то. Автомат Калашникова, пистолет. Второй пистолет. Давайте с самого простенького начнем, да? С обычного пистолетика. А потом продолжим. Ну что вы, где все? Я жду нападения. Ко мне, дети мои. О, а так это... А, это босяра? Это босс, друзья. Ух ты, нихрена он делает. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Он очень больно делает. И он бежит за мной. Зашибись. Валите его, ребята. Пока я на себе его держу. Валите его. Это знаете, как в ММО-РПГ, да? Один танк. Танк на себе держит пит-босса, пока вся остальная пати его валит. Так вот, я, видимо, в роли танка. Так, что у меня там по жизням-то? Половину сняли, да? Что это было? Ух ты. Он ТП-шится, что ли? Вау! Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Не трогай меня! Гребаный паук! Уйди, уйди, плохой паук! Все, нет патронов, да, больше? Толпой, толпой его, толпой! Короче, давайте автомат! А, горячо, горячо, горячо. Да. Фу, боже мой. Мы выиграли, да? Сдохни, 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 сдохни.
Да, моя команда победила. Круто. Мне понравилось, друзья. Ну, думаю, что просто идеальная нотка, идеальный момент, чтобы закончить эту серию. Надеюсь, и вам так же понравилось, как и мне. Ставьте лайки, друзья, поддержите мои видео и вступайте в группу ВКонтакте. А также пишите комменты, понравилось ли вам, предлагайте какие-нибудь новые режимы. Я сниму еще больше серий в режиме мультиплеера с Лэнди Пузиков 3. Не забывайте звать друзей на канал, подписываться на Facebook, на Twitter, на Одноклассники, на Живой Журнал и кидать заявочки в Стиме. Всем здоровья, друзья, всем пока-пока!